Всем привет! Добро пожаловать в большой баскетбол. Это ЦСКА, это Мегаспорт. Первый домашний матч Евролиги для нашей команды. Меня зовут Евгений Седых. Ну а открываем мы наш евролижный сезон с президентом Евролиги Жорди Бертомео. Как много русских слов вы знаете? Спасибо. Only one. Единственное слово. Спасибо. Этот сезон, это уже такой новый сезон Евролиги, новая веха. Лига расширилась. 16 команд, теперь 18 команд. Игр стало больше, календарь стал плотнее. Как ваше мнение по поводу этого расширения и что грядет дальше? The system is the same. We add more teams and then more games. Calendar more busy. Ну, глобально ничего не изменилось, система та же, 8 команд идут в плей-офф, но только теперь стало еще сложнее туда попасть. В этом году в Калининграде пройдет 2 матча ЦСКА, 2 домашние игры 26 декабря и 3 января против как раз Милана и греческого Панатинайкоса. Да, это последствия того, что жесткое очень расписание, плотный календарь, и так сложилось, что в России на Рождество и на Новый год очень сложно найти вообще какие-либо сооружения, которые готовы принять подобного рода события, вот имеется в виду баскетбольную игру Евролиги. We will be also an opportunity for CSKA, for the EuroLeague to showcase in cities that they never had the opportunity. So from this point of view, it will be also a good experience. Но также это хорошая возможность для ЦСКА популяризировать баскетбол в других городах, и в других городах увидеть ЦСКА и большой баскетбол, так что это было бы очень и очень здорово. Спасибо вам большое. Thank you very much. It was a pleasure to have you. Друзья мои, в гостях у ЦСКА при гейм-шоу прямо сейчас диджей Чировки, который будет зажигать здесь на предматчевом шоу. Как дела? Все отлично, все круто. Начало сезона, мы здесь. Все, значит, здесь все, как говорится. У нас недавно на матче произошло... Есть такая вещь, как кискам, знаешь, да? Да, когда показывают, конечно, людей, и они обязаны по факту поцеловаться. Ну, либо, конечно, не обязаны. Но случилось вот что. Смотри. Ага. Вроде бы сидит дама рядом с мужчиной, а потом оп! Не с тем человеком связались. Может, она пришла просто с братом, он приехал, и как бы они сидели рядом. Она рассказывала ему правила игры. Ты оправдываешь ее сейчас. Ну, было ли у тебя на концертах такое? Заставляешь ли ты людей у себя целоваться? Я целую их сам. Смотри, показываем тебе фотографии. Давай. И там есть как бы баскетболист и не баскетболист. Все легко. Слева Джей Кол, справа баскетболист ЦСКА. Играем, да. Мистер прическа. Двигаемся здесь. Все просто. Справа навряд ли рэпер, но это не баскетболист. Слева игрок ЦСКА, все верно. Самый здоровый. Капитан слева. Да, сегодня он просто даст прикурить всем. Слева видно новичок ЦСКА, справа у нас это Линкин Парк, Майк Шинода, что ли? Да! Все верно. Шинода! Пишите в директ. А, пишите Широкий. В директ. Инстаграм, все просто. Все. Как говорится, вы знаете... Let's play basketball, let's go, ЦСКА! Диджей Чироки здесь, а Макс Десюк у нас на проводе. Макс, ты слышишь нас? Как там у нас в фойе дела обстоят? Глядя на эту очередь, вы спросите меня, а зачем все эти люди стоят? Почему сегодня здесь стоит такая большая очередь? А здесь сегодня фотосессия с Костасом Куфасом. Так, что это за игрок? Чем он такой легендарный? Почему такая очередь? Он провел 9 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации. Кто-то говорит 11. 11. Может быть и 11. Так, давайте перепишем, как будто этого не было. Сколько этот человек провел сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации? 11. Ничего себе, откуда у вас эта информация? Из Википедии. Теперь меня так называют. Привет, как дела? Привет, привет, привет. Костас, мне сказали, что ты хорошо говоришь по-русски. Да. Это правда. Сколько автографов ты сегодня уже раздал? Такая очередь. Просят ли у тебя деньги в долг? Look, the fans are great here. The least I can do is give back to the fans for all the support they give us every year. And, you know, we want to win this game. It's very important. And we're very confident what we can do. Ну да, собственно, после этого-то и добавить уже особо мне нечего. Михаил Кулагин прямо сейчас у паркета. Готовимся к каждой игре. Этот сезон у нас начался не очень удачно, к сожалению, но мы много работаем над ошибками. Я надеюсь, что сегодня мы выиграем уверенно. У нас много обновлений в Мегаспорте в этом сезоне. Новое табло есть. Как тебе? Мне нравится оно. Такое ощущение
сильная, она такая красивая. Покрупнее. Но самое главное, чтобы она всегда показывала результат в нашу пользу. Михаил Кулагин, Евгений Седых, ЦСКА Pre-Game Show. Спасибо тебе огромное, что пришел. Друзья мои, следите за ЦСКА, болейте. Скоро игра. Счастливо. До свидания.